В столице Германии почтили память жертв землетрясения в Турции и Сирии. Несколько тысяч человек собрались в центре города около главной достопримечательности Бранденбургских ворот. Выразить свою солидарность пришли как немцы, так и представители турецкой и сирийской общин. Церемония началась с минуты молчания. После с трибуны выступили политики, дипломаты, а также представители духовенства. Отмечу, жители Германии с первых дней разрушительного землетрясения начали сбор гуманитарной помощи. В разных уголках страны открыты пункты, куда приносят теплые вещи, медикаменты, средства гигиены и продукты. Когда случилось землетрясение, я была у подруги. Мы увидели эти ужасные кадры по телевизору. Мы были подавлены. Эта катастрофа принесла столько разрушений и страданий. На следующий день огромное количество людей начало приносить помощь в пункты приема. Наша семья тоже сделала денежное пожертвование. Я считаю, мы должны помогать друг другу, особенно сейчас. В такие сложные времена мы должны быть все вместе, независимо от национальности и религии. Мы собрались, чтобы выразить свою солидарность с Турцией и Сирией. Эта ужасная катастрофа унесла много жизней. Мой дядя во время землетрясения находился в Газиантепе. К счастью, он жив. Но он рассказывает, что множество домов разрушены, люди остались без крыши над головой. У них теперь ничего нет. Поэтому мы пытаемся собрать для них гуманитарную помощь. Каждый день на грузовиках она отправляется из Германии в Турцию.